На освобожденных территориях Азербайджана с применением дронов будут вестись исследования в сфере лесных и водных ресурсов растительного и животного мира. Как передает канал 13, об этом сообщили Тренд в парке высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана. Согласно информации, один из резидентов парка, компания «Азелтек», ведет подготовку к реализации очередного инновационного проекта по производству дронов, которые также помогут специалистам выявить захоронение ядерных отходов на освобожденных территориях. Из-за высокой вероятности захоронения ядерных отходов армянской Метсаморской атомной электростанции на этих территориях посредством дронов также будут проводиться радиоэкологические мониторинги, заявили в парке высоких технологий.